YouTube канал Football News представляет матч Мариуполь-Александрия. История противостояний в премьер-лиге насчитывает 6 матчей, в которых мариупольцы трижды были сильнее, александрийцы один раз, и 3 матча завершились в мировой. Лучший бомбардир в истории этого противостояния – мариуполец Степан Малакуцко, который отличился в воротах Александрии 2 раза. Знакомые лица. Нынешний главный тренер Мариуполя Александр Бабич защищал цвета Александрии в 2003 году. Артем Черний, футболист Александрии, является воспитанником Ильичевца, защищал цвета в 2011 году. Киевлянин Алексей Довгий, который ныне выступает за Александрию, был одной из главных легенд мариупольского футбола. В 2013 году защищал цвета этой команды. Судьи. Авторитетный львовянин Юрий Грисьё обслужил один матч. Динамо Черноморец пенальти не ставил, показал одну красную и 3 желтых карточки.